впервые всем зрителям предоставлена возможность почувствовать себя в роли жюри. Во время концерта с помощью СМС-голосования вы сможете выбрать народного лауреата Грушинского фестиваля. Проголосовать за понравившегося участника концерта смогут и зрители на горе, и на набережной в Самаре, и все, кто следит за концертом через интернет. Чтобы проголосовать, нужно прислать СМС-сообщение с латинской буквой «Н», с латинской буквой, простите, «H», я исправлюсь, с латинской буквой «H» и номером Барда на номер 9966. Повторяю, латинская буква «H» и номер Барда на номер 9966. Напоминаем, что идет СМС-голосование за народного лауреата Грушинского фестиваля. Присылайте ваши сообщения. А результаты голосования вы можете видеть на нашем экране. Вот Андрей Крамаренко уже набрал целых 3 голоса. А сейчас... Потому что вы не знали, что надо голосовать. Да. Конечно, он набрал больше. А сейчас мне очень приятно сообщить вам, что, конечно же, Грушинский может сегодня не вспомнить великого поэта и великого барда Булата Акуджаву. И его песня прозвучит в исполнении блистательного дуэта Иры Христиановой и Дмитрия Григорьева. Пожалуйста, дорогие. И Дмитрий Григорьев, спасибо вам большое. Жаль, что не было видно на экране, но мы надеемся, что слышно было очень хорошо, по крайней мере, тем, кто следит за трансляцией.